Ой, что ты там опять делаешь, ничего понять не могу. Как тебе там в твоем домишке, в новом, а? Мне нравится, мне нравится. Нормально, Жека, нормально? Да, мне все нравится, меня все устраивает. Да, ну хорошо, раз нормально. Какие-то, ну. Открывайте! 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 Я не знаю, как открыть эту дверь. Полиция секса! Предъявите ваши документы, а? Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам выходит эта серия. Да, ребята, поэтому ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Пошел в жопу! В жопу пошел! Эдисон, какая-то уже серия троллинга, ты знаешь? Большая. Все. А все благодаря вам, ребята, все благодаря вам. Все, пока. Да, давай. Ну что, ребята, в чем будет заключаться суть моего троллинга в этой серии? В этой серии троллинг будет просто жопа, какой необычный. Я даже не знаю, как объяснить вот это. То есть это что-то слишком... Я даже, ребят, не знаю, как это объяснить, но в этой серии я буду играть роль полицейского. А Жека будет подозреваемым извращугой-маньяком. Да. Что-то в этом роде. Ребят, я не буду рассказывать, что будет тут в этом доме. Как видите, тут уже есть Стефанчик. Тут у нас где-то там Ибрагим есть, и много всяких ловушек, нычек и много другое. То есть это, наверное, будет самая необычная серия троллинга. Нету смысла рассказывать, что тут будет, потому что я просто расскажу весь сюжет, чтобы сохранить интрижку, и чтобы вы сами все увидели. Давайте я сначала пройду троллинг Джеки, потом мы вернемся сюда и посмотрим, что с этого получится. Я очень сильно надеюсь, что с этого получится что-то нормальное. Да. Ну что, Жека? Эдисон, я уже все построил, собственно, и готов. Да, готов, готов. Это я готов, а не ты готов. Давай, давай, Жека. Гемод 2, как обычно, да, я включаю. Да, гемод 2. Стой, подожди, Эдисон, стой! Ну. Ты знаешь, какое сегодня число? 7 марта. Нет, сегодня 8 марта. Сегодня у нас, собственно, женский день. И, собственно, с ним я тебя и хочу поздравить, Эдисон. А вообще не Эдисон, а Эдисон Шурыгина. Точно! Вот, в общем, вот тебе цветочек. О, спасибо, спасибо, спасибо. Вот. Всех мадам мы тоже поздравляем. Да, мадамы, всех вас с 8 марта, да. Вот, подожди, это еще не все. И твоя одежда, конечно же. А, это моя одежда, да? Ладно, все. Вот. В общем, Эдисон Шурыгин, да. Я красивая, я красивая, Жека. Ой, очень красивая, сисюнек нет, сисюнек нету. Ладно. Ну сейчас сделаю, подожди. В общем, давай. Давай. Опа! Ооо, ну все, Эдисона Шурыгина, вас пригласили на YouTube вечеринку, но вам нужно немножечко переодеться, потому что ваш старый наряд не такой. Так крутой. Ты мне только что дал его! В смысле переодеться? Ну это твой старый наряд. В общем, короче, нужно новый наряд найти, а он в магазине под названием «На донышке». На ищи, донышке. Эдисон, проходы, ищи. Жека, пошел в сраку. Я 100% провалюсь. Докажи, что ты настоящая бабенция, которая сможет попасть в магазин на донышке. Ну смотри, я прозвангу, я сейчас стану сюда, да? Ты где, Жека? Смотри, я стану, я провалюсь. Хочешь проверить? Чекай. Опа! Как знал. Опа! Как знал просто. Как знала, хорошо. Так, как знала. Ой-ой-ой-ой! Ты не оправдываешь женский рот, Эдисон, ты не оправдываешь. Давай, воюй за девушек, воюй. Да. Да, хорошо, так. Хорошо. Жека, какой survival мод? Не-не-не. Да ты меня за... Все, я поставил. Не ори. Не ори, а то давай, на 8 давай, лет давай, посижу. Давай. Так. Вот, видишь, там сундучок, может, сундучок. Как мне туда попасть, сундучок это? Не знаю. Давай, Эдисон, проходи к сундучку. Проходи. Ой ты. Пошел в сраку. Ой, упала наша Эдисон. Упала, какие-то нереальные испытания немного, ну да ладно. Упала, в смысле нереальные, все реально. Потому что я никогда не вижу. В смысле нереально, алло. Давай, проходи, Эдисон, Шурыгин, ты справишься. Ну ты всего лишь лабиринтик, в чем ты? Всего лишь лабиринтик. Давай. Ничего тут, ничего нет. Пошел. Засушу на 8 лет, посажу на 8 лет. Ничего тут нет. Зря проходил. Ну все, пошел сразу. Тут тоже ничего нет у Жека. Да? Че за невидимые сундуки, а? Какие невидимые сундуки? Признавайся, где тут сундуки есть? Признавайся. Посмотри, может там. Признавайся. Жека.
нет, в дереве ничего не нужно. Посмотри, боже, дерево. Тут тоже ничего нету. Эх, ничего нет. Ну ладно, Эдисон, так уж и быть, не буду тебя мучить, Эдисон, наш оригинальный, держи. Прикольно придумал, то есть заставил меня искать карточки. Забери свой цветок обратно, не хочу я его. Забери. Ладно, проходите, выпендривайся. В общем, Эдисон, что оригинальный. Покупатели-то тебя не любят, Эдисон. В смысле не любят? Алло. Они тебя не любят, убей их, Эдисон, убей их. Почему они меня не любят? Они легко убиваются, да убей их. Да ты меня закал... Ты же наврала всем. Все, убил. Этого тоже убивать? Бей, давай, по лицу. Все, по лицу. Эдисон, Шурыгин, тебе нужно найти вторую карточку и, собственно, новую одежду. Ты там поищи по всему магазину, может, найдешь. Ооо, сейчас бы паркур делать. Ой, Эдисон, Шурыгин, что-то как-то вы не перепрыгнули, да? Что-то я не перепрыгнул, да. Что-то плохая из вас, Эдисон, Шурыгин, да? Что-то я не перепрыгнул. Хорошо, сейчас все будет. Давай. Паркур просто для нубов, давай. Для тебя. Ну да, я в паркуре нуб. Ой! Сейчас бы паркур 2К17 строить. Давай. Ой! Пошел в сраку! Ну, стой, давай, проходи. Да, сейчас гори еще, да, молодец! Мысли сразу, давай, телепортироваться. Ну и что мне сейчас делать? Вот вперед, вот сюда прыгать не Я ж... Зачем ты второй раз на этот... В смысле второй раз? Не было второго раза. Был только один раз. Вот я сюда прыгну. Ой, ладно. Если я сейчас тут упаду, если я честно 8 лет с рогача тебя посажу. Молодец. Ой. Кнопка для получения платья. Чё-то я не верю вот этой кнопке, честное слово. Попробуй, может, у тебя работает. Ой, не работает. Ах, проходи заново, Эдисон Шурыгин. Проходи заново. Вот сразу она мне не понравилась, Жека. Сразу, просто сразу. Да? Да. Да. Точно? Ладно. Точно. Я врать не стану. Чё там, что-то есть, Одесса? Ничего нет, есть? Нет, ничего нет уже, ничего нет. А может, таки наверху, может? Мне кажется, внизу ничего нет. Да? Думаешь? Да, мне кажется, То есть всё же наверху, да? Да, всё-таки что-то, по-моему, наверху. А на кнопочку может нажать, ладно, можно и так. Я так, мне проще вот так, Жека. Хорошо. Так, ладно. Ну посмотри, может все-таки сверху, да, мне кажется, сверху. Да, думаешь сверху? Ну вниз я точно возвращаться не буду, поэтому пошёл в страх. Да хорошо. Да нет, в сундуках. Да нету в сундук, да. Сейчас, смотри, что он сделал? Он пришел и поставил карточку. Да, вот этого всего не было, конечно. Этого ничего не было. Да. Это все было как бы изначально. Да, я все сундуки прочекал, да. Проходи. В общем, Эдисон, Шурыгин, ты попала на YouTube вечеринку. Теперь ты должна со всеми фоткаться, а потом ты сможешь отсюда уйти. Подходи и говори, на донышке. Дай залипать я клавиш, подожди. Подожди, я тебя буду фотать. Будешь меня фоткать? На донышке. Все, отлично, давай дальше. Погнали. Сейчас. Может, конечно, не со всеми, с кем хочешь, да? Вот, с бади хочу. Можно? Да, можно. В смысле два раза? Там на донышке. Идеально. Не, все, больше я ни с кем не хочу. Ну хорошо, ладно, не хочу. О! Ну. Че дальше? Ну смотри, ты фотайся с ней. С ней? В смысле? Да. Ладно. Давай, на донышке. На донышке! Все, четко. Собственно, фото еще готово, не схватываем. Вот, ну можешь проходить, собственно, уходить из этого дома. Ой, в смысле? Эдисон, Шурыгина. В смысле? Че меня сейчас сжигать будут? Алло, Николай Соболь! Ты думала, что все так просто забудут, что ты посадила бедного парня на 8 лет? Бедного Ибрагима посадила на 8 лет? Нет, Эдисон, Шурыгина, никто про это не забыл. И сегодня в нашу студию пришел... Николай Соболь! Николай! Самый Ибрагим, который готов отомстить за то, что...
Все, меня тут нету, я спряталась. Да в смысле? Вы развлекаетесь, короче. Николай Соболев. Да в смысле, куда ты пошел? Николай. Ай, не хочу я развлекаться. Все. Там не было много, Жека. Там просто было на донышке. Все, отстань. Ну ладно, хорошо, так на донышке, так на донышке. Ай, Жека, Жека. А, да. Жека, Жека. Ладно, ладно, ты готов? Я готов, да. Готов, да? Включай гейммод 2. Давай. Жека, это будет немного необычный троллинг. Иди сюда, заходи, заходи. Жека, я думал, то, что... Это за тюрьма. В смысле, это твой дом? Я думал... А почему это три шутки? Ну, чтоб тебе хейтеры в дом не ворвались, понимаешь? А, давай. Короче, Жека, я так подумал, я слишком много раз тебя уже троллил. Прям, нет, жалко тебе. У тебя сисечки. Ща, уберу, ща ничего не будет. Так, Жека, я подумал, то, что я слишком много раз тебя троллил. То есть, ну... Такое себе, мне просто стыдно, стыдно. Поэтому, Жека, вот, я дарю тебе вот этот дом. Это твой дом. Ну что, Жека, да-да-да, это твой дом, стой там. А я сейчас, Жека, сейчас. Ой. Что ты там опять делаешь, ничего понять не могу. Как тебе там в твоем домишке в новом, а? Мне нравится, мне нравится. Нормально, Жека, нормально? Да, мне все нравится, меня все устраивает. Да, ну хорошо, раз нормально. Открывайте! Открывайте! Я не знаю, как открыть ту дверь. Полиция секса! Предъявите ваши документы! А? Документы ваши предъявить! Полиция секса! Тут жалоба поступила от соседей! У меня нету документов! Я не это нет! Если жалоба поступила от соседей, короче! То, что вы манечина извращуга живет, да? Манечина? Нет. Посажу на 8 лет, если манечина. Я ничего не делал, я не виноват. Конечно, конечно. Так, сейчас я тогда тут... Ордер у меня есть, я сейчас все прочекаю. Что у вас тут есть, да? Если вы не маньяк, точно не маньяк? Нет. Посмотрите. Так, иди сюда, иди сюда. Так, что у вас тут необычного в доме? Что у вас необычного? Это не мой дом, мне его подсунули. В смысле? Закинули дом. В смысле? Вы тут же... Так, что это такое? Смотрите, выпить любите, значит, да? Выпить любите, да? Что, выпить нельзя? Что, выпить? Выпить на донышке нельзя? На донышке? Да, мне кажется, даже сейчас вас плющит, да? Ну так, немножечко. Немного плющит. На донышке. Что это какой-то дебил сосед? Так, ладно, пошли, иди сюда. Ой, я шатаюсь. Мы шатаемся. Да а я представиться забыл. Вообще не шатаюсь, все нормально. Я представиться забыл. Да. Генерал Эдуардо Перетьяно. Понятно? А, ну, хорошо, да. Так. Сдал там, поздал. Что у вас тут есть? А ну, проходите. Ой. Проходите сюда. Че я туда не особо хочу? Идите сюда. Полиция секса! Так, что у вас тут есть? Сейчас будем выяснять, что у вас тут есть такое. Тут ничего, тут тоже ничего. Опа-на! А что это такое? Это палочка... Ага. Дудукова. Дудукова. Вот извращуга, уже первое доказательство, да? Дудукова. Какое доказательство? Так, это что за дверь? Побег, это побег. Алло, побег. Подозреваемый сбежал. Да. Дудукова просто потерялась. А что это за дверь? Открывайте. Открывай. Не открывается. Не умею. Ключ потерял. Ладно, ключ он потерял, да? Найди, куда ты положил. Я вижу, что ты выпить любишь. Может, память мне хреновая. А ну ищи, иди ключ. Ключ ищи. Ай, хорошо, ищу. Ключ ищи, давай. Ой, побег! Это побег! Ловите, собак, спускайте собак. Так, хотел сбежать, значит, сбежать. Я не хотел сбежать, открыл сундук. Хотел, давай, иди сюда. Так, давай. Да, в смысле? Это побег опять? Это побег! Да, никакого побега. В смысле? Поставьте тут спанпоинт, подозреваемый. Хорошо, поставили. Спанпоинт поставили. Полиция секса! Так. Ну. Ищи карточку. Да это побег, это опять побег, это побег! Подозреваемый, лучше не сбегайте. Да какой? Это опять побег, спускайте собак спускайте, побег. Спускайте собак! Полиция секса! Ой. Так, ладно. Что у меня в доме дырки какие-то? Ладно, мы еще вернемся, подозреваемый, сюда, за мной.
за мной подозреваемый. Так, сейчас я все проверю, что тут на втором этаже есть, да? Не заходить, подозреваемый, я сам буду все смотреть. Хорошо, я ничего не трогаю. А тут в этом сундуке, не знаю, есть там что-то, нету там что-то. Нету? Нету. Не, ничего. Хорошо, заходите сюда! Полиция секса! Так. Ну. Так, тут у вас... Это что такое? Подозреваемый. А ну сюда, а ну сюда! Ну что? Это что? Ах ты, паскуда, полицейского хотел убить, да? Нет, ни в коем случае. Нехорошо с генералом Эдуардо Пертьяно так поступать. Подозреваемый, сюда. Так, что у вас тут есть? Так, я точно что-то сейчас выявлю. А, так, это что? Опа-на! Это как бы, я просто актер, если вы не знали. Это побег, полиция секса, Это побег опять. Так. Это побег. Я говорю, я актер, вот Оскары мои стоят. Что у вас за дырки в полу, а? Непонятно. Иди сюда. Так. Это что такое? Че? Хромакей? Да. Это я видео снимаю. Ты что, блогер? Да я актер, говорю, актер. В смысле актер? Я вижу, что ты блогер, ты видосы снимаешь, да, на YouTube? Ну ладно, ладно, спалили. Ах ты. Полиция блога, придавите ваши флешки. Сколько у вас лайков? Вот. Много. А если найду дизлайки? Нету дизлайков. Нету дизлайков. Полиция блогов. Так, это что такое? Дудукало. Если я сейчас тут еще какой-то дрюд... Опа-на! Что там? Опять полиция секса! Пипипунчик нашел. Что это такое? Это не мое. Закинули, все закинули, закинули. Опа-на! Это что такое? А что тут? Сам не знаю, честно. А что тут? А ну, открывай. Ничего там нету. Ничего там нету? Ничего, реально, ничего нет. Ну смотри, смотри, а то я думал, опять там что-то будет. Пошли. Полиция секса, иди сюда. А это что такое? Это Да, это типа ты с мамой живешь, да, чтобы видосы там не мешало снимать, она тут звонит, да, в дверь, типа, женек, можешь зайти? Да. Ну я понял. Как вы узнали, как меня зовут? Ну ладно, я не говорю вроде. Я ж полиция секса, в смысле? Все доступно, вся инфа. Все понятно, никаких вопросов. А тут у вас что такое? Тут. Посмотрите сами, я не знаю. Опа-на! Говоришь, не извращуга, а мадрила, значит, да? Что за Стефан? Это мой братан. Братан Стефан, мы с ним футбол смотрим. Братан, что-то я тут найду ваши опять... Опа-на! Вот что вы чем это? Занимаетесь с братаном своим. Шпилевильчик. Да это просто... Да. Что-то морда знакомая. Морда знакомая какая-то. Морда знакомая. Я где-то его вроде в участке видел там на стене. Как убегаем? Убегаем, решай! Побег! Ловите, спускайте собак! Подозреваемый убегает! Подозреваемый! Где подозреваемый? Ой, обманул. Подозреваемый сюда. Я посажу вас на 8 лет с рогача. Сюда, подозреваемый. Подозреваемый. Я еще магию у них Хогвартса буду применять. Степанчик, сиди тихо. Нас не должны спалить. Опа, на побег, это побег, спускайте сопа. Так, я его видел, я 100% его видел. Так, не, это твой... Иди сюда. Это манечина точно какая-то. Это... Опа. Стефан, нет, Стефан! Это что такое еще? Ай! Ты еще террорюга! Ты мой дом взорвал! Ты еще террорист! Ловите! Полиция секса, ловите! Ловите! Где этот? Где он спрятался? Это побег! Это террорист! Это террорист! Ловите террориста! Так, ладно. Мне интересно. Что это такое? Открывайте дверь! Да нет, у меня ключа нет. Полиция секса! Дверь открывайте! Да потерял ключ! Ищи ключ! Да где его найду-то? Ключ ищи. Да нету ключа. А тут? Да опять побег! Какой побег? Спускайте собак! Побег! В смысле побег? Спускайте собак! Это побег! Да. Ищи ключ. А я не знаю, посажу на 8 лет. Это опять побег! Ключ ищи, я сказал. Нету никакого ключа. Так, сейчас дверь ломать буду. Может, вы знаете полицейского? Нет! Опа-на!
И чё это такое? Это не моё, это не моё. Ах ты, это маньячина, который скрывается уже месяц! А ты его в своем гараже скрываешь, да? Я первый раз вообще его это вижу. Писюны везде. Так! Так! Я не знаю, это полиция секса! Это он! Давайте, задерживайте ее! Задерживайте! Полиция секса! Нет! Полиция секса, задерживайте его! Давайте, ловите! В участок давайте его! Давай, в участок! В участок его, полиция секса, руки вверх на колени! Так, думаешь, ты так просто отделаешься, да, от меня? Нет! В участок! Полиция секса! Нет, отпустите! Я ни в чем не виноват! Я не виновен! Я не виновен! Полиция секса! 8 месяцев рогача! Да, манечин у меня по соседству живет, как я понял, да? Не-не-не. Да-да, я в твоем доме порылся, я там все вывел, что там было. Все понятно. В общем-то, все понятно просто. Все с этой единственной Шурыгиной понятно. Посадил еще одну. Да. Парня 8 лет. Конечно, да. Не, за. Да, хорошо, вообще без причин. Ладно, я тебя изнасилую. Рэнка, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Пипипунчики. Пипипунчики, шпилевильчики и... Ребята, ставьте огромный палец вверх, если вам понравилась эта серия. Если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков мы сможем брать, тем больше серий будет выходить. Да, ребята, не забывайте писать ваши комментарии. Также мы читаем... Ты пропал, еще раз скажи. Также, ребята, пишите ваши комментарии, пишите в комментариях... что Эдисон посадил меня на 8 лет, какая он мразь. Вот, ну, собственно, это надо... ты мразь! Полиция секса, еще раз посажу! Пока. До свидания.